Я приглашаю на эту сцену мастера Хломе Начина Чорепе и музыкантов Тувинской государственной филармонии Найдыз Дулуш и Сергей. Так, накануне в органном зале начинался уникальный концерт тувинских народных песен в исполнении одного из лучших мастеров горлового пения Тувы Начина Чорепе. Эти музыканты уже известны некоторым красноярцам по концертам этно-джаз-рок группы «Хартыга». Но в этот день со сцены звучало исключительно народное творчество. Все песни с истории, все песни из разных регионов Тувы, значит, от севера до юга, от запада до востока. И всем песням многие сотни лет. Никто не знает, сколько им лет. Понятно, что эта аранжировка уже приближенная к современному зрителю, потому что настоящий фолк, настоящую народную песню, ее достаточно тяжело неперечесанную слушать. Помимо самого Хаамея, а именно так называют один из пяти стилей пения, слушатели смогли насладиться и звучанием народных тувинских инструментов. В этот день в органном зале прозвучали и игил, дашпулур, кенгерге и хамус. Сегодня истинное удовольствие получила от такого пения, от их инструментов. И молодцы тувинцы, что вот так нам все это преподнесли. Впечатления прекрасные. Отдохнула душой, полетала где-то по горам, саянам вообще. И по водам, и по тайге. Посмотрела на все там где-то в глубине души. Очень прекрасный концерт. Желаю, чтобы почаще приезжали эти исполнители к нам в город. Ну а из Красноярска артисты отправились в Новосибирск, но уже с концертом этно-джаз-рок-группы, пообещав вернуться в середине сентября и дать еще один концерт.